Здравствуйте, дорогие наши читатели! С вами Маргарита Александровна, городская библиотека. И сегодня я хочу вас познакомить с полочкой, на которой собраны книги по воспитанию наших красивых, пухленьких, развощеких малышей. Это очень тревожный первый год жизни, да и вынашивание, все течение беременности. Молодые мамы, молодые бабушки, которые тоже уже подзабыли, как это бывает, очень-очень переживают. Какие-то моменты у бабушек уже забылись, а молодые мамы грезят, как же это будет. И все это решаемо, и можно найти любую информацию у нас на полочке. И вот ребенок родился, волнение, не уляжется. Первый год ребенка это очень ответственно, да и второй, и третий, и четвертый, и пятый. И так всю жизнь предстоит родителям и бабушкам, и дедушкам волноваться за жизнь, здоровье и развитие детей. И у нас на полке вы можете найти любую информацию по тревожащим вас вопросам. Замечательные книги, начиная от энциклопедий, заканчивая авторскими книгами и книгами-учебниками по физиологии развития детского возраста. Вы посмотрите, какие красочные, емкие книги представлены на нашей полке. Энциклопедия. Вы знаете, энциклопедия – это собрание всяческих советов по воспитанию детей. А в этой энциклопедии еще рассматривается и ход беременности, и сами роды, и заботы о маленьком-маленьком человечке, который у вас скоро появится или уже появился. В энциклопедии можно найти любые материалы по воспитанию с первого дня жизни. И уход, и даже еще и беременность, осложнение беременности, и моменты, связанные с кормлением малыша, с сохранением молока мамы, о правильности ухода, гигиенические какие-то процедуры, массажи. На любой вопрос вы посмотрите замечательные фотографии, маленькие компактные статейки. Это просто кладезь для молодой мамочки. Вот еще одна очень яркая книга. Энциклопедия мамы и малыша. Здесь тоже рассказывается о беременности, о родах, послеперерывного периода, очень важного для мамы, да и для малыша тоже. Видите, какая она яркая, небольшая по объему, но это не значит, что чего-то тут не найдешь. Все расписано аккуратно, доступно. В общем, замечательная книга. Представлены книги наших любимых докторов. Например, Сергей Зайцев «Все об уходе за ребенком». Этот доктор пользуется популярностью, опытный врач-педиатр, и поэтому его советы воспринимают как руководство к действию. Книга затрагивает воспитание ребенка до 3 лет, а такая объемная, но очень приятная и удобная для держания в руках. И хорошо раскрывается, очень полные статьи на все-все-все темы. И уход, и болезни, и как вести себя на прогулке, и какие-то психологические аспекты. В общем, все-все-все об уходе за ребенком. Сергей Зайцев к вашему вниманию достоин. Ну, как мы можем забыть Евгения Комаровского? Мне кажется, нет мамочек, которые не уважают и не любят этого знаменитого детского доктора. Посмотрите, здоровье ребенка и здравый смысл его родственников. Здравый смысл – это, наверное, очень важно. И чтобы этот здравый смысл присутствовал, необходимо прийти к нам в библиотеку, взять эту книгу и внимательно почитать. Оформлено замечательно. Все, что важно, выделено в такие небольшие рамочки. Иллюстрировано хорошо и затрагивает все аспекты. Успокоительная книга. Здравый смысл – это когда ты знаешь, что есть, что будет и как правильно поступить совершенно со спокойным сердцем, не впадая в панику, по уму, как говорят, и руководствуясь поддержкой доктора. Но не только наши
авторы. У нас книги еще и зарубежных авторов по воспитанию детей. Алан Грин «Танцующие ножки», книга о развитии ребенка. От первых толчков до первых шагов. То есть первый год развития хорошо описан на страницах этой книги. Конечно, зарубежное воспитание и, так сказать, процесс воспитания, ухода, гигиены чем-то отличается от нашего российского. Но, тем не менее, почитать интересно и что-то взять обязательно необходимо. Еще одна книга английских авторов Вальмана и Томаса «Первый год жизни ребенка». И она замечательна тем, что изобилует фотографиями. Все болезни, все какие-то отклонения от нормы, все это зафотографировано и позволяет тщательно рассмотреть, сравнить, дать характеристику каким-то интересным и необычным и пугающим случаям с вашими детьми. Поэтому не тревожьтесь, просто приходите к нам в библиотеку, берите книги, читайте, сравнивайте, делайте выводы. Здоровья вашим детям! Хороших вам семей, крепких, дружных. Приходите. С вами была Маргарита Александровна из городской библиотеки. До свидания.